Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 4 октября 2017 года. Построили теплицу «Дачник». Шириной 3 метра, длиной 6 метров. По торцам у нас расположены разрезные двери-форточки. Сама конструкция у нас. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, окраска полимерно-порошковым способом. Стоит все на бетонном основании. Также для большей жесткости каркаса установлены две диагонали укосины. Также имеется система подвязки. Здесь у нас на торцах установлен резиновый торцевой уплотнитель. Все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем с перфолентой. Собрали мы теплицу «Дачник» шириной 3 метра, длиной 8 метров. По торцам у «Дачника» расположены разрезные двери-форточки. Каркас сделан из трубы 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,7 плотность. Вся конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком и закреплен с помощью колышков к земле. Также у нас сделаны диагонали укосины для большей жесткости каркаса. Арки у нас сварены с усилителем, также для большей прочности при снеговой нагрузке. Теплица получилась простая, очень надежная, выносливая, вместительная. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!